попробую. Там мансун. Еще 15 секунд. Еще осталось только вечер. Это страшно было. Жив лишь один противник. Давай. Блин, только отошел от этой херни. Рашти беру. А, стоп, не зачем? Враг обезвреживает заряд. Деактиватор обнаружен. Уничтожьте устройство. Деактиватор отключили. Отлично, деактиватор отключен. Пистолет. Подожди. Что там, что деактиватор? Тайна уничтожения деактиватора. Вы не знаете, типа, что там, что деактиватор? Всем привет, с вами Скай. Сегодня я стартую новую серию роликов «Вызов». Идея, конечно, не моя, я позаимствовал ее у другого канала. Итак, в чем идея? Вы пишите в комментариях под этим и последующими видео этой серии задания и фановые способы убийства противника в разумных пределах. А я пытаюсь это повторить. Более того, желающие могут сами поучаствовать и брать задания из комментариев, записывать, а потом отправлять ролики мне в ЛСПК или Дискорда, и они будут вставлены уже после моих мучений. На данный момент принимаются такие игры, как Call of Duty WoW 2 и Rainbow Six Siege. Ну, а для первого вызова я придумал задание сам для себя. А именно, повторить убийство, которое было показано в трейлере Валькирии. C4 плюс камера. Это оказалось не так просто, как кажется, по причине плохого знания карты, а также нехватки времени. Довольно часто противник проходил мимо заветной взрывчатки или уничтожал ее, пока я укреплялся и искал место, где засесть. В конечном счете у меня это получилось 2 раза. Хотя второй раз не совсем то, что нужно, но C4 пошла на нужное дело. Она не сдохнет, потому что её иммунитет к этому говну. И... Нет, одно я... Конечно. Дизмораль. Кто кинул сюда C4? Чё это C4? Я кинул C4 там. Там у меня под камерой C4. Страшно. Не ссы. Можешь сюда не залазить. Если они забегут, я подорву. Они внизу. Я тебя понял. У меня камера на основной лестнице как бы бросана. На этажом выше, этажом ниже. И одна... Я слышу, что они где-то внизу были. Но их нету. Где пробили? Не знаю. О, лезет! Давай! Есть! Как в трейлере! Да, мазафака! Ты что, хотел как... Слышишь, теперь я взорву тебя. Не надо, у меня взорвать сила. В смысле, типа она нажала на кнопку, ты можешь... Да, сама нажала на кнопку. Подождите, одну дверь не закрывайте. Есть 5 секунд. Здорово. Я убежал. Да, кстати, я сделал как в трейлере, да, я с C4-ом через камеру взорвал одного говнюка. Изображение есть. Так, ребят, короче, я вот тут C4 кину тоже. Взрывчатка есть! Прекрасно. Получаем картинку. А не объявлений. Нет, хлебушек. Да, не либо укрысили, либо... Давайте, скажитесь. Где третье стекло? Куда он третье стекло поставил? Почему вы на улице камеры вообще не выкидываете? К вам бот, твич-бот идет. Потому что нахер надо. К вам твич-бот едет. Твич-бот едет, да. Откуда? Сломайте нахер его срочно. Умирает 2 стекла. Минус твич-бот. Я C4-ом сорвал твич-бота. Резко. Не, вы просто, чтобы вы понимали, там один хрен, он сломал C4. Говорить?
Ну, а на этом все. Жду ваших отзывов в комментариях. С вами был Скай. Не забудьте лайкосик. Или дизлайкосик. Всем пока. Опа. Уйди, уйди, киви! Вечно вы, блин, под пули лезете. Он сейчас залог убьет вроде. Все, не давайте не его вылечить. Не поднимайте его. Красавцы. Задание выполнено. Противник устранен. В кафедре что? Они такие аутисты. Нафига кидать гранату?